Майкл Джексон, Адель и Ван Дорн. Хиты разношерстной компании в одном зале. На сцене караоке «Папа Джо» участники телевизионного проекта «Суперстар Ростов» исполняют любимые композиции. Дилетанты и настоящие профи соревнуются за звание лучшего голоса Юга. Запись собственной песни у самого Анатолия Зубкова, мэтра, работающего с Филиппом Киркоровым и Жасмин. Победителя народного проекта ждут съемка клипа, любовь публики и возможность попасть в отечественный шоу-бизнес. Этот проект совместно с арт-шоу рестораном «Портланд» сделан для того, чтобы выявить талантливых людей нашего города и выявить самого талантливого из них. Итак, сегодня в финал месяца пройдут трое участников, которых будет ждать большая сцена самого ресторана. Выявить лучших из лучших нам помогут экспертные жюри. Итак. Сетями выкладывают фотографии, наши хэштеги «Портланд», «Ростов Лайф» и «Суперстар Ростов». Итак, я готов пригласить на эту сцену Арайка Кристо.
пою я уже давным-давно, на самом деле. Просто вот то, что хотелось еще раз на своем любимом канале, очередной раз, в своем любимом уже заведении, показать, что я все-таки умею петь. Вот, умею петь плохо или хорошо, чтобы оценили уже действительно такие талантливые у нас там жюри. И понять, что вот как оно будет дальше, я пришел на этот проект. Естественно, хочется, конечно, победить, но там как получится. Следующая участница приехала на караоке-баттл из Сочи, где она выступает профессионально. Джеймс Браун, Тина Тернер, песни этих звезд входят в фирменный репертуар вокалистки. А сегодня Юлия исполнит композицию Майкла Джексона «Black or White». Люблю эту песню, нравится. Тем, что это Майкл Джексон, просто считаю его великим певцом. И мне эта песня нравится. Хочу ее петь. Thank you.
Победительницей вечера стала Юлия Пивоварова. Она автоматом попадает в финал месяца. И Галина Стахеева на своей неделе даже не попали в заветную тройку. Потому решили попытать удачу еще раз. Получится ли у ребят на этот раз стать лучшими, узнаете в большой версии проекта «Суперстар Ростов» на телеканале «Ростов на ТВ». Подробности и все выпуски караоке-шоу ищите на портале «Ростов Лайв». А напоследок давайте познакомимся с новыми участниками. Медиа-сити «Ростов Лайф» и арт-шоу «Ресторанный комплекс Портленд» представляют вам городской телевизионный проект «Суперстар Ростов Портленд». Караоке-баттл мегаполиса. Каждый житель города может принять участие. В четверг и в пятницу проходят отборочные туры, а в воскресенье – четвертьфинал. На протяжении 3 месяцев мы определим 9 участников, которые будут бороться за звание победителя караоке-баттла «Суперстар Ростов Портленд». Сегодня 3-й финал недели. По его итогам 3 участников пройдут в полуфинал. В 2008 году случился кризис, делать было нечего. Думаю, надо как-то себя немножко веселить, поэтому начал петь. Пою где хочу, там и пою. В общем-то, нигде, ну, там, вот так, там, с друзьями где-нибудь, караоке, вот так, такая тема. Петь очень люблю, музыка у меня в крови, без музыки не проходит и дня. С музыкой я, можно сказать, вот все 5 лет, которые я сейчас в Ростове нахожусь,
меня и в вузе, и за пределами вуза. Я всегда с музыкой, всегда на сцене. Мне это помогало, я узнал больше людей, люди узнали меня. Я считаю, что музыка полезна как для души, так и для тела в целом. Ангины точно ни у кого не будет. Вот. И считаю, что петь нужно, несмотря ни на какие обстоятельства, и идти с музыкой по жизни. Участвую в этом конкурсе второй раз. В прошлый раз я выступала, познакомилась со многими талантливыми людьми, которые принимали участие. Ну, надеюсь попытать удачу в этот раз, хотя бы в тройку финалистов войти. Узнала по телевидению, по рекламе. Мы с папой сидели, смотрели телевизор как раз и увидели «Суперстар Ростов». Папа сказал, и я решила тоже сама. Почему бы не поучаствовать, попробовать? Жена, в общем-то, и сказала, пойди, говорит, сходи. Я говорю, зачем? Я же программист. Она говорит, нет, сходи, будет интересно. Я говорю, ну я совсем не выиграю, наверное. Говорит, ну ничего, ты сходи, зато ты там выступишь, интересно будет. Сидели дома с мужем, ужинали, вот, и по телевизору увидели о таком мероприятии. Вот, захотелось себя попробовать, захотелось постоять на сцене, чтобы зрители увидели. Вот, песенку я буду петь очень старенькую, веселую, задорную, песенка про морского дьявола, вот, всем известно. Она веселая, задорная, я думаю, всем понравится. Помолимся за родителей. Вот, это одна из моих любимых песен. Дай Бог, все будет нормально. Хочу себя проявить и еще раз испытать себя на силу воли и силу своего духа. Проекту, чтобы как можно больше людей о нем узнало, как можно больше новых талантливых людей привлекалось к этому проекту. Вот. А участникам желаю удачи, естественно, победы. All I want is just what to see.
Под океаном, ты серый или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела разлюбить. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Половинку себя. Yeah.